Да. Добрый день, мадам Альберг. Мадмуазель. А, извините. Куда сегодня... Прекрасно. Ну и? Это насчет Вальберг. С ней не очень-то легко. У вас сигареты легкие? Вы хотите... Она уже уволила троих шоферов. Серьезно? Помоги мне сменить простыни. Мадемуазель Вальберг, я шофер, а не меняльщик простыней. Мы едем в Альзас. Вы не объясните мне, зачем мы это сделали? Я нос. Знаешь, что это? Нос. Это я знаю. Ты не отнесешь мои чемоданы? Курить нельзя. Сумки донеси. Как насчет простого спасибо? Спокойной ночи. Почему вы сказали Арсену, что это должен быть я и никто другой? А ты? Почему ты вернулся? Так выбора нет. У меня 10-летняя дочь. И чтобы получить совместную опеку, мне нужна работа. Чем тут пахнет? Тут воняет. Клеем для обоев каким-то. Бензальдегидом. Бензальдегидом? Официантка, у нее жадор. И вы что, знаете, из чего состоят все духи? Я их создала. Это был ее звездный час. Ей предлагали состояние, чтобы она создавала парфюм. Чем это пахнет? Я не знаю. Доверься себе. Я хочу снова создавать парфюм, поможешь? Может, предложите кому-то с опытом? У тебя дар, Гийом. Та официантка, вы ведь даже... взгляда на нее не подняли. Люди не просто пахнут. Спорим, вы не скажете ей даже двух слов. Спасибо. Не за что. Двух.